Добрый день, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 20 апреля 2018 года. Я на Сенькиной шапке. И вот она, первая моя удача. Меня встречает узорчатый полос. Вот я к нему приближаюсь. Примерно с метр длиной. Вот сейчас я вас сверху покажу. Я стою прямо возле него. Вот он. Вот мой сапог. Где он? Вот он. Вот сейчас я к нему еще приближусь. Раненькая пташка. Почувствовал тепло. Тут кругом фазаны кричат. И тут такая удача. Так, подойдем к нему ближе. Я его уже наснимал на фото. Теперь вот на видео. Вот я практически в 5 сантиметрах от него держу камеру, и он не боится язычком своим, индикатором своим ощупывает территорию, запахи. Вот, наверное, слышите, как фазаны кричат. Вот он разлегся прям на моей тропинке. Вот я тропинка. Подхожу к Сенькиной шапке. Только что снимал бурундучка. И вот она, удача. Еще ближе к нему. Вот он. Сейчас я его разверну. Вот, листиками. Вот, практически в 3 сантиметрах от головы. И он не боится. Может быть, съел что-нибудь, да. Переваривает. Ну что, дружок, трогать тебя не буду. Лежи. Наслаждайся теплом. Я пойду дальше. Не думал, что вы уже повылазили. Теперь буду искать вас. Вот сейчас еще немножко посмотрим, как он язычком своим работает. И пойдем. Ну все, дружок, хватит. Насмотрелись на тебя. Вот он лежит. Это вот моя дорожка на Сенькину шапку. Вот за моей спиной там воркуют курочки. А вот Сенькина шапка, куда я иду погулять. Ну все, друзья, пока.